Друзья мои, добрый вечер. Мы очень рады вас видеть здесь, в нашем узком, можно сказать, и теплом кругу. У нас сегодня камерный концерт и камерная публика. Это прекрасно. Я не устану вам представлять моих любимых и дорогих партнеров и коллег по нашей дебютной пластинки нашего трио, с которыми я записал ее. Это наш любимый, замечательный барабанщик Петр Ившин. И великолепный наш бас-гитарист Алексей Заволокин. Который играет практически на виолончели. Мы решили сегодня начать с нашей, в общем-то, достаточно камерной тоже части программы. И мы сегодня немного сыграем музыки из нашего первого альбома и попробуем поиграть уже музыку, которую мы уже как бы видим дальше вообще в своем творчестве. Но тем не менее начнем музыку с пластинки, которая называется «Никитский бульвар», и здесь она есть, тоже вам говорю об этом. Мы начнем с пьесы, вернее, мы сыграем две пьесы подряд. Первая из них называется «Прелюдия номер два», а вторая – «Танец звезд». Thank you.
Thank you.
Мы сыграем сейчас пьесу, которая еще пока нигде не записана, и называется она «Reflection» — «Отражение».
Спасибо большое. Мы сейчас, я забыл, что мы сейчас сыграем, но мы решили уже. Мы сейчас сыграем еще одну прелюдию, которая называется «Прелюдия номер 3». У меня уже целый цикл прелюдий, я очень продуктивный композитор, это уже третья. И, ну вот, я надеюсь, скоро еще будут. Это будет прелюдия номер 3, а потом мы сыграем пьесу, которую не часто играем вот таким составом, но в этом тоже есть своя прелесть. Композиция, которая была написана вообще для Vision of Sound, она называется «Солярис». Thank you.
Спасибо. У меня временной настроился рояль, поэтому мы сыграем другую песню. Мы сыграем сейчас пьесу также с нашей пластинки. Вообще на пластинке я записал вместе в дуэте с Алексеем Козловым, а сейчас мы ее решили сделать также в трио, и она называется «Friends», «Друзья».
и Петрорышев Браво. Спасибо, друзья. Мы сыграем сейчас пьесу, которая называется «Элегия». Не буду долго рассказывать ее предысторию. Thank you.
Спасибо. Мы хотим уже в заключении концерта нашего сыграть тоже несколько пьес. Две. Причем первую из них мы сыграем вообще дуэтом с Лешей. Мы сыграем пьесу, которая называется «Весенние песни», как раз сейчас очень актуальна. Она тоже уже записана была на одной пластинке, но вот в такой версии, пожалуй, еще нет. А закончим мы композицией, которая называется «Аура». Thank you.
Друзья, спасибо вам огромное. Петр Ильчин, Алексей Заволокин и Дмитрий Лукин. Спасибо вам огромное, друзья. Мы ждем вас еще на наших концертах. Это было наше трио. Спасибо.